Череда юбилейных мероприятий, приуроченных к 85-летию Нарьян-Мара, началась с открытия выставки «Нарьян-Мар. Культурное бессознательное». Уникальная в своем роде экспозиция предлагает ее посетителям увидеть заполярную столицу в образе человека. Как наш город воспринимают его жители, какой цвет и запах ассоциируют с ним? Ненецкий краеведческий музей попытался найти ответы и провел опрос порядка 1000 жителей заполярной столицы. Горожан попросили рассказать о своем восприятии Нарьян-Мара. В любом случае, наши ощущения – это большая часть нашей жизни. Да? То есть мы воспринимаем жизнь не только через факты, что для нас очень важно, как для историков, там, для тех людей, которые документируют исторические процессы, происходящие в регионе. Но очень много информации мы собираем из звуков, запахов. Да? У нас складывается какая-то картинка, но над этим мы никогда не задумываемся. Мы решили задуматься и представить себе Нарьян-Мар в качестве как человека. Исходя из ответов, был составлен портрет города в образе молодого мужчины, который представили в своих работах местные художники, а также определены его любимая еда, род деятельности и многое другое. И очень важно, что для нас здесь присутствующих, тех гостей, которые здесь присутствуют, наш город не во многом он уникален. Уникален для нас, понятно, но и для тех, кто здесь приезжает, наш город живет по своим каким-то законом, вливаясь в общую канву узора России. Но и в дальнейшем я уверен, что наша самобытность города, мы ее сохраним и будем ее развивать. На выставке обыграны самые популярные ответы. Например, уютный домашний уголок, который, согласно опросу, горожане предпочитают другим видам отдыха. Кроме этого, посетителям представлены и художественные произведения с видами города разных лет. Для меня лично наш город... Хотя я говорил, что я люблю зиму, но он теплый сам по себе, комфортный. Конечно же, ушло вот то обаяние города, когда он маленький деревянный был. Вот, но он наполняется каким-то новым содержанием. Нарьян-Мар «Культурное бессознательное» – это проект, который предлагает увидеть, почувствовать и услышать Нарьян-Мар таким, каким он представляется опрошенной части населения. А для поглощающего большинства – это город, в котором хочется жить. Город, ну, теплый, в который хочется приехать. Вот, он привлекает людей и действительно не оставляет равнодушными. Но это прежде всего, я думаю, что не сколько архитектурный, сколько сама атмосфера и гостеприимство, в том числе включая людей, размеренность этого жизни. Поэтому он привлекает. Посетить выставку и сравнить свои ощущения с представленной экспозицией может любой желающий в рабочие часы Ненецкого краеведческого музея. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».